что если у меня будет тройка за проверочную по геометрии, я съем бумагу. Три с минусом. Вот, это уже другая сумма. Нормальные пацаны обещания держат. Я, конечно, дебил, но пацан нормальный. Вот вырывай дневника, Юр. Вот у нас вот какой-то, блядь, ебаный листочек. Хуй его знает, что это вообще за залупа. Блядь, обратно не звучит. Да, блядь. Я благодарю. Сидим нахуй. Вот так, начинаем мой шрай. Полностью, Юра, полностью. Это охуенно. Это целлюлоза. Целлюлоза. Это полезно. Этот листик и пирожок почти одно и то же. А, да. Только у них разный вкус. Да. Один вкуснее, а другой нет. А другой листик. Но если посолить, то будет неплохо. Посолить можно кровью, кстати. Кровь соленая. Да. Ну давай я тебя порежу. Вены, блядь. Я тебя почти тут. Кольцо как раз так хыть-хать. Сука, не разжевывается, блядь, просто голодать нахуй. Держись. Еба, у меня пол. Ну давай. А, тут погоди, тут. А ты-то чё? А, ну ладно. Типа, это... Это... Мой напарник. Это на счастье. Он получил двойку, но теперь этот ритуал сделает так, чтобы у него была тройка и выше. Это правильно он сделал. Так поступают настоящие пацаны. Сука, не разжевывается. Я тебе сказал, не разжевывается, глотай, заебал. Я глотаю. Заебись. Блин, я сейчас упаду, ты что, веди меня. Ты мой, блин, не шу. Жалко, это есть. Блин, блин. Ой, клянул, сука. А я проглотил. Юра, а бумага чистая была? Я не ебу.